Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мой видео носит только информационный характер. Сегодня для любителей криптомонет я хочу поделиться кошельком, микрокошельком. Называется Экспресс Крипто. Значит, ну, вот так вот он выглядит. Здесь переведете, почитаете. Регистрация здесь. Вводим username. Читайте, что здесь написано. Здесь символы, заглавные. Нет, подождите, username. Здесь от 6 символов до 30 и должны присутствовать цифры. Значит, email действующий, так как нужно будет подтвердить электронную почту. Сюда вводим биткоин адрес прямого кошелька. И пароль. Два раза повторяем. Пароль должен быть сложный. Минимум 8 символов. Разгадываем капчу. Вот такую буквенно-цифровая. Ставим две галочки. Нажимаем Sign Up. Подтверждаем электронную почту. И входим по логину и паролю. Вводим капчу. Так, X. 6 ZA BD и логин. Капча у меня не прошла. Сейчас по новой. Такие цифры 8 0 6 W F, надеюсь, правильно. Опять капча у меня не прошла. Вот слепая. Так, сейчас. Это S, наверное. B. 5. Ну все, прошла я капчу. Ну и вот так наш кошелек выглядит изнутри. Здесь очень много криптомонет. Биткоин, биткоин кэш. Уже все перечислять не буду. Вот это какая-то местная валюта, как бы X-Silver. Потом еще здесь. Так, еще местная есть. Вот EX Gold. Вот это вот все местная монетка. Как бы от этого крана. Здесь есть чат, друзья. Многоязычный. Можно выбрать значок и почитать. Так, далее что у нас? Здесь нажимаем. Так, вот здесь нажимаем. Вот где username. Это у нас профиль. Сеттинг. Значит, здесь как бы так, email изменить, установить двухфакторную защиту. Тоже это все можно перевести, почитать. Думаю, разобраться не сложно будет. Профиль. Сейчас сразу посмотрим еще. Надеюсь, тоже. А, пароль поменять. Вот кошелек здесь прописан. А далее. Опять менюшка. Здесь вкладочка реферал. Находится партнерская ссылочка. Вот наш. Так. Да, вот наша партнерская ссылочка будет. Далее давайте пройдемся по меню. Вот такая вот менюшка у нас. Вот это первая вкладочка Dashboard, куда мы попадаем. И вот это вот наш будет адрес, который мы будем копировать и зарабатывать на кранах. Не как мы привыкли адрес брать с кошелька, вот как на Faucet Hub, да, мы привязанный. Нет, здесь мы будем вот копировать вот этот адрес. Далее.
Значит, валет адрес. Вкладочка. Грузит у меня долго. Так, валит адрес. Так, нет, что-то мне валит адрес. Да вот это ясно. Так, вот здесь вкладочка депозиты. Ну, здесь вот прописано у меня от биткоина. Здесь все монетки может генерировать адрес. Далее вкладочка Виндраф. Вывод. У меня прописано здесь биткоин кошелек. И у меня прописано, по-моему, до... Нет, я ничего не прописывала. Нет адреса. Давайте я покажу, как мы будем прописывать доги. Например, ну, пример приведу, чтобы вы знали. Так, где мой Dogecoin? Копирую. Прописываем адрес. Линк адрес. Это вот, чтобы выводить наши монетки. Видите, зеленым загорелось. Я сохранила доги адрес. У меня доги сохранен. Также и все адреса можно. Так, далее. Так, это Виндрав я вам показала. Дальше. Здесь есть также обмен. Ну, здесь все почти так же, как и на Faucet Hub. Мы все знаем, да, что Faucet Hub все свое отработал. Значит, сюда что мы выбираем? Монетку. Вот наши монетки. И обменяем. Это sell. Продаем, по-моему. Bio покупаем. Вот, обмен идет. Тоже это все можно перевести, почитать. Exchange. Далее offer wow. Далее лист. Так. Райтинг, но тут уже все, как бы сами уже, как бы можно прочесть. И что еще? Возвращаюсь в дашборд. И сразу же хочу поделиться своим экраном, который платит. И показать на примере, как сюда можно, как бы я вот здесь уже собирала. Мы опускаемся, смотрите, в самый низ, друзья. И вот здесь галочка такая. Нажимаем на галочку. Я вот, у меня уже все обнулилось, как бы. Я собирала с крана. Я собирала что? Доги я собирала. Так, вот. Да, доги. Вот у меня 0.49 догов. Вот биток я собрала. 25 сатош. Пробовала это все делать. И давайте покажу, как... Копирую адрес. Так. Подожди, сейчас я его скопировать надо. Не так. Оп. Ай, я. Никак мне его не скопировать. Сейчас я его скопирую. Аккуратненько копирую. Вот. Я его копирую. Все ссылочки будут под видео в описании. Перехожу в Dogecoin. У меня есть один. Так, и он нам дает от 0.25 до 0.5 доги каждые 10 минут. Опускаемся ниже. Здесь вот выплаты идут. Далее что? Сюда вставляем вот этот адрес, который я скопировала. Не номер кошелька, а адрес. И смотрим, чтобы не было пробелов. Далее разгадываем капчу. И антибот. И ждем несколько секунд. Отчет времени.
Так, 7 секунд, 6, 5. И нажимаем Get Reward. Так, опускаемся ниже. И мне ушли 0,25 догов на Экспресс Крипто. И переходим на Экспресс Крипто. Так, здесь пусто. Обновляю страничку. Опять опускаюсь вниз. Нажимаю вот на эту галочку, на такую. Сейчас мне загрузится. И, пожалуйста, мои доги прибыли. 0,25 догов. Зелененьким загорелось число. Как бы, ну, как все вот у House It Hub. Время только что как бы прибыло на микрокошелек. Вот. Вот такой вот, друзья, кошелек. Кому интересно, пользуйтесь. Так, где доги? Потеряла. Так. Dogecoin. Вот. И у меня стало 0,74 Dogecoin. Также здесь идет уровни. Вот у меня второй уровень. И вот таким вот образом мы будем собирать криптомонеты, которые привязаны к спресс-крипту. Не забываем, что мы копируем вот этот адрес, у вас будет свой адрес, вот, чтобы вставлять за место кошелька. На этом буду заканчивать. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч!